Автор постановки, российский режиссер Георгий Исакян, сразу предупредил, ставить оперу с героями в боярских шубах не будет, потому что «Царская невеста» больше говорит о нас, чем об истории. Смешение контекстов современности и прошлого, поиск взаимосвязи для понимания сегодняшнего времени – это то, что интересует и зрителя, и самого постановщика. Его спектакли «Купола церквей» соседствуют с небоскребами Москва-Сити, а артисты выходят на сцену в современных платьях и пиджаках. В опере Римского-Корсакова целых два любовных треугольника, в которые вмешивается царь Иван Грозный. Он выбирает себе в жены одну из главных героинь – Марфу, ломая при этом жизни сразу нескольким людям. Романтическая история, которая произошла полтысячелетия назад, актуальна до сих пор. Я Иван Лыков, боярин, жених Марфы. И вообще в этом спектакле, конечно, это такой... достаточно светлый персонаж. Боярин Иван Лыков возвращается на родину из-за границы и собирается жениться на дочери купца Марфе. Но в то же время в нее влюбляется Григорий Грязнов. Он решается приворожить девушку с помощью любовного зелья. Грязной предстает пред зрителем неким таким собирательным образом, неким таким персонажем, который в лице современного общества достоин порицания однозначно. И он привык все брать силой, ни о чем не думать. И вот такой человек встретил девушку, Марфу. Круговорот страстей заканчивается на печальной ноте. Герои любовного многоугольника погибают. На нерешенный вопрос истории, как скончалась третья невеста Ивана Грозного, стала ли она жертвой человеческой злобы или случайной виновницей казни неповинных людей, новый оперный спектакль отвечает вполне однозначно. Коллизии любовного соперничества приводят к кровавой драме. Это восхитительная совершенно love story с ревностью, любовным треугольником, заговорами, отравляющими, значит, напитками, смертями, по полной программе. Среди зрителей были даже приезжие из других регионов страны. Они с удовольствием поделились с нами впечатлениями. Это просто история, которая происходит вот здесь, вот за вот этой стенкой, и вот она здесь, она сейчас, и она такая же актуальная. И мне кажется, что это не то, что для Петрозаводска в целом, это такое событие, на которое стоит приехать, посмотреть, это реально очень круто. Она восхитительна, но мне большая прям неожиданность, что современные костюмы, это было неожиданно. Даниил Филин, Владислав Будников, Максим Зверев. Служба новостей.